Дольче и Габбана, Версаче и Кавалли. Эти итальянские гиганты прославились тем, что в 80-х ввели понятие «итальянский гламур». Эти дизайнеры закрепили за Италией статус серьезного игрока на модном рынке. Правда, в 90-х на волне минимализма в гламурной Италии начали появляться дизайнеры, ставшие исповедовать совершенно другие принципы. Прада и Марни – два дома первопроходца простоты и нового стиля. Это более утонченный гламур. Коллекции таких дизайнеров не так легко предугадать. Здесь все по-другому. Нет открытой сексуальности. Они для иного типа женщин, которые также сильны и сексуальны, но не выставляют это на показ. Ингредиенты те же, но все зависит от того, как их смешать. Дом Марни, показ которого мы сейчас посмотрим, существует с 1994 года. Сегодня у него статус культового, потому что он делает ставку не на показной гламур, а наоборот на интеллигентность и очень интеллектуальный дизайн. Именно поэтому здесь всегда можно встретить по-настоящему красиво и интересно одетых людей. В вещах дизайнера дома Марни, Консуэлы Кастильони, есть доля чудачества. В Нью-Йорке, кстати, все без ума от Марни. Новая коллекция Марни была особенно гламурной, хотя и одновременно утонченной. Это не открытая сексуальность, а едва уловимый и незаметный аллюр. Ботега Венето – один из самых роскошных итальянских домов моды. Как и многие великие дома, его история началась с производства аксессуаров, сумок и обуви. В начале нового столетия с приходом в дом дизайнера Томаса Майера у компании появилась полноценная коллекция одежды, благодаря которой этот дом стал одним из самых востребованных в Италии. Этот итальянский дом – ответ французскому Hermès. Именно поэтому главный принцип этой компании – уникальное качество и рукотворность. Здесь к изготовлению одной сумочки относится как к произведению искусства. Томас,
У дизайнера дома Ботега Винита, Томаса Майера, фантастический талант. Он делает очень красивую и качественную одежду. У него роскошными получаются даже спортивные вещи. Дом Ботега Винита прославился тем, что здесь уделяют особое внимание каждой детали. Ему не нужно себя рекламировать, чтобы лишний раз подчеркнуть свою значимость. В этой компании не приемлют логотипов. Дизайнер дома Томас Майер прекрасно работает с ремесленными техниками, с их помощью создавая очень современную одежду. Далее в программе. Главные тенденции миланской недели моды. На что стоит обратить внимание при составлении гардероба?